Мзди, как важно, подойдя в Голгофе, снять тяжести с плечей своих, ибо не может действовать кровь завета тогда, когда человек обременен и двери сердца закрыты. Я пришел сюда не с пустыми руками, я принес все то, что необходимое по состоянию духовной жизни человека. Осмотри свое поле, обойди каждый, ибо пришло испытание великое для народа, и потребует отчета каждый, на что уповаешь ты. Уповаешь ли ты на Египет, на силу его, или ты уповаешь на кровь завета? Ныне время нанести ее на косяки дверей сердца, ибо дано было время народу приготовиться. Прошло лето, пришла осень, идет сев по земле, пожинает готовое и неготовое. И каждый спрашивает, а что дальше, что будем делать? А нужно закрыть двери для мира, а открыть окна в сторону Иерусалима для того, чтобы Дух Святой говорил и припояшу молодых людей, и воздвину светильники свои, и поставлю на высоте, и понесут слово, слово силы, слово власти, а я буду подтверждать это слово делами. И ныне Дух Святой задает вопрос, кого нам послать, кто станет в проломе. Земля редеет, слово стало редко, видение нечасто, и суета мира сего закружила, как крововоротье. Эрман соте перменсу глормена. О, если бы ты знал, какое время ожидает. Враг вяжет страхом, враг сеет неверие в будущность, неуверенность во спасении. И ныне пришли те люди на место, которых я сделаю своими сосудами. Они пришли сюда, к Вермансу переклонен, которые прошли тесноту, которые испили чашу горести, и им придется бороться и структурою дьявола. Им нужно будет встать на сцену, ибо тонкие сети расстилал сатана для того, чтобы уловлять ноги благовестников. Ныне совратили пути истины и пошли путем Ваала. Но Ребеду стал перегломена, а носят имя. Недрубаду стал берег Лормен, кто остановит, кто криберег Янсолмене, ибо идолы стоят в храмах и поклоняются, и преподается это учение, дабы извращались пути истины. Неужели народ мой заросла тропа на Голгофу травою? Неужели она забросана камнями, и ты не видишь, а в отче? Лекции, демагогия, рабидекламен теология, воспряньте, проснитесь, откройте глаза, говорит Дух Святой, помажьте глаза елеем, поднимите руки, когда есть еще время, слышны шаги, потрясу народами и племенами, потрясу землею и небесами, для того, чтобы показать силу и власть действующую среди верного народа. Теребеду стиберилай бесталмена, и так не останавливайся, ты шел хорошо, кто остановил тебя, говорит Господь. Я путь истина и жизнь. Неужели поменялись дороги покаяния? Неужели изменились планы спасения? Нет, дополнится число спасенных. И ныне я готов видеть благословения. И многие души будут жить теми днями. А многие, которые прикуты к постели, они ждут весточки с этого места. Берегите колодец живой воды, дабы разносилась эта вода. Не могу души святе, ибо я избрал это место для народа моего, для тех, которые могли бы в том азисе вдохнуть, которые могли бы получить врачевание души и духами.